Вітаю усіх, хто щойно долучився до 9 каналу. В ефірі актуальне інтерв'ю. Наближається 3 грудня, Міжнародний день людей з інвалідністю. Його встановила Генеральна асамблея ООН ще у 1992 році. Україна відзначає День людей з інвалідністю разом з усім світом. А от чи варто називати його святом? Давайте міркувати разом із моєю гостею. Пані Ольга Волкова, голова громадської організації «Океан добра». Також вона є у складі громадської ради при міському голові. Пані Ольга, я вас вітаю у нашій студії. Здрасте. Мабуть, перше і логічне запитання, що саме вас спонукало заснувати громадську організацію? У нас громадська організація називається «Центр соціальної адаптації людей з інвалідністю». Потому что у нас обычно в обществе модель людей с инвалидностью реабилитационная, медицинская. И никто не думает о том, что настраивать людей на реабилитацию, то есть после травмы, вот ты, а если ты не будешь ходить, ну, если даже будешь ходить, и прекрасно, но будешь ходить не сейчас, вот сию минуту, а через год, через два, через три. Но эти года ты должен прожить комфортно, удобно и максимально с пользой. Менять какие-то свои приоритеты. То есть если раньше, например, человек был там прекрасный водитель или еще кто-нибудь, ну, ты также останешься водить, но ты не можешь уже вождением себе зарабатывать на жизнь, ну, в общем, в ближайшее время. Может, надо как-то перестроиться, подумать о других возможностях. И вот такие вещи, как социализация, к сожалению, у нас еще до недавнего времени вообще не было. Сейчас, слава богу, вводят врачей специальных, и надеюсь, что будет уже более смотреть именно на социализацию людей с инвалидностью. Потому что принятие семьи, принятие вокруг окружающих, не пациента, не больного, не сопровождать его надо везде, а надо сделать такие условия, чтобы человек самостоятельно везде передвигался и чувствовал себя комфортно. И там, где человек с инвалидностью будет чувствовать себя комфортно, там будет комфортно и всем людям окружающим. То есть то же самое, например, пожилым людям, или людям с маленькими детьми, или людям с каким-то, ну, с вывихом лодыжки. Будет тоже комфортно пройти по пандусу, куда-то зайти, чем идти по ступенькам. Добре. Наступне запитання. На початку нашої розмови я сказав, що наближається Міжнародний день людей з інвалідністю, 3 грудня. А чи в Україні і у Дніпрі це є святом? Да. Подарки ж дарять, матеріальну допомогу. И как бы многих людей это устраивает. Хочу. Але ж свято лише один день, а залишається ще 365 чи 364. Ну, вот смотрите, я недавно слушала интервью одной девушки, которая как бы говорила о социальной программе, и в ее понимании социальная программа – это чтобы покупали бесплатные билеты на концерты, горсовет, и раздавал их людям с инвалидностью. Ну, естественно, организовывал поездку, я так понимаю, соцтакси. Потому что, ну, просто дать билет человеку с инвалидностью без возможности выхода из дома. Это какое-то изнущание. Да, и общественным транспортом доехать, ну, вечером, как бы это уже проблематично. Троллейбусы многие еще не ходят, у нас не хватает водителей, мы с этим, конечно, работаем. И получается, ну, это действительно мечта, как бы, ну, на этом и заканчивается. Всех людей с инвалидностью, которые действительно, вот, ну, которые не хотят ничего менять в жизни. Ну, тобто, мы имеем, бажання є, можливості нема, так? Ну, понимаете, когда у нас была программа, вводилась в действие «Выход из дома комфортный», я обзванивала достаточно много людей с инвалидностью с предложением участвовать в этой программе. Кто-то, например, живет не на первом этаже. Ну, например, с помощью горсовета переселиться на первый этаж, оттуда уже делать пандус, подъемник там, или, ну, какие-то возможности искать. Нет. Никаких смен, люди боятся, люди не верят.
не хотят даже попробовать такие возможности. Например, меня вообще поражает, как в трехкомнатной квартире проживать вдвоем с мамой, взрослому мужчине, мама не вечная, попробовать разменяться где-то, хотя бы на частный дом или на первый этаж, и там уже просить, там, если есть связи с депутатами, тем более там неплохие, просить уже выход из дома. Нет, это даже не рассматривая. Когда предложила, человек пожаловался, что я хочу отжать у него квартиру. Мабуть, тому що... То есть, да, люди боятся. Налякані, адже таких прикладів дуже багато. Я, як журналіст, який стикаюся з такими історіями час від часу, можу підтвердити, що на інвалідів полюють. Здесь же ж помощь будет и города, и депутатов, под контролем же все. Хотя бы попробовать как-то, начать. Нет, там категорически сразу... Не вистачає роз'яснювальної роботи, на ваш погляд? Наверное, каких-то, может, гарантий, каких-то, может, примеров. Вот сейчас... Увидев, когда наконец-то запустили этот первый подъемник, когда действительно это сделано так, мы показываем нашим друзьям с других городов, и они просто в захвате, потому что действительно сделано все очень правильно, с соблюдением норм ДБН, очень комфортно для людей. И настолько это их окрыляет. Приємно, що є, позитивні приклади, але навколо людей з інвалідністю в нашому місті досі чимало конфліктів. Чому я так кажу? Тому що щойно один із гучних стався в будинку на вулиці Савкіна. Мешканці будинку виступили проти встановлення підйомника для людей на візках, які там живуть. На ваш погляд, що це за програма і чому така агресивна реакція з боку людей? Чи владнали вже цей конфлікт? Чи він у розпалі? Конфлікт починався ще з самого початку. Коли люди почали будівництво, люди побачили, що сума виділена на капітальний ремонт вдома з установкою підйомника для такої-то квартири. Тогда они, конечно, сразу там начались конфликты с разбирательствами, с выламыванием дверей, там и под трактор ложились, и на строителей нападал человек неадекватный. Был выпивший и, конечно, в приступе ярости порезал колеса на коляске человека с инвалидностью. Она стояла в коридоре, пустая, и он ломался, ему дверь не открыли, и он тогда просто порезал колеса. И, конечно, я сегодня утром пришла, тоже был эфир, и смотрю, одно колесо тоже пробито у них в машине. И там нет камеры, поэтому не знаем. Но, конечно, уже осадок после этих всех выступлений. Сегодня, опять же, разговаривали с жильцами дома, и они говорят, что вы же израсходовали деньги капитального ремонта, и теперь нашему дому, если вдруг прорвет трубу, а у нас старые трубы, у нас окна не застеклены, то есть действительно в доме не делался вообще ремонт. И тогда, нам даже не отремонтируют трубы. То есть люди вообще не понимают принципы капитальных ремонтов, выделения денег по программе. Я возглавляю в комитете, в общественном совете города, комитет ЖКХ и благоустрия. И мы всегда просим и обращаемся. Люди, без жалоб, без обращений, нет же, мы же не можем ничего. Поштовхи вперед не будет. Конечно, потому что если нет жалоб, много людей там, мам с колясками не могут переехать бордюры. Я говорю, давайте, напишите, что вы эти. Мы же не можем весь город отследить. И вообще, сейчас, когда идут поточные ремонты, здесь полностью все. Мы, наконец-то, у нас еще в 2018 году были внесены изменения до решения Міської ради про затвердження правил благоустрия міста Дніпра. И там все зміни касались ДБН
инклюзивность бот этого Дабена, и который обязателен к исполнению стал 1 апреля 2019 года. То есть у нас до этого были ДБН, этот ДБН в 2018, но наконец-то 1 апреля... На камеру продемонструйте его, наши. Наконец-то 1 апреля этот ДБН стал обязательным к исполнению, что полностью как бы, ну, дало нам возможность сейчас... Все проекты, которые были, они все пошли, особенно за бюджетные деньги, они все пошли на корректировку по этому ДБН. И мы теперь уже можем проверять корректировку, насколько она правильна, насколько она соответствует нормам ДБН. И потом, когда объекты сдаются, принять эксплуатацию, и мы тоже можем в этом участвовать. Дякую, що ви робите таку важливу справу. Залишайтеся з дев'ятими надалі, і наші двері для вас відкриті. Спасибо. Пані Ольга Волкова, голова громадської організації «Океан добра», була сьогодні гостею моєї студії. В ефірі була програма «Актуальне інтерв'ю». Дякую всім за увагу. Говорили про 3 грудня. Саме в цей день, Міжнародний день людей з інвалідністю. Чи є це святом для України? Питання кожний вирішує сам. Пильнуйте себе і хай вам щастить.